Пиковая дама Александра Пушкина, вечера на хуторе близ Диканьки Николая Гоголя, воскресенье Льва Толстого. Эти и многие другие произведения открывают увлекательное книжное путешествие для участников челленджа «В Бресте читать». Квест рассчитан на год. Первый месяц литературного квеста начался с русской классики. Но специалисты Брестской областной библиотеки имени Горького подобрали и альтернативные варианты литературы. Возникла такая идея приобщить к чтению и совместно читать такой большой читательской аудитории, чтобы можно было эти книги обсудить. Мы хотели ориентировать нашего читателя на какие-то скрытые жемчужины, о которых, в принципе, мы каждый из нас слышал, но не всегда решался их прочитать. И сейчас мы хотели акцентировать их внимание именно на этих книгах, а также раздвинуть немножко границы, открыть новые жанры, открыть новые имена и, в принципе, получить море новой информации. Для того, чтобы принять участие в читательском челлендже, необходимо выполнить несколько несложных действий. Подписаться на страницы областной и детской библиотеки в Инстаграм, скачать читательский билет и, главное, прочесть как минимум две книги за месяц. После выполнения этих действий дело остается за малым. Необходимо взять либо скачать читательский дневник, либо же получить его на стойке регистрации в библиотеке. Это можно сделать совершенно бесплатно. Заполнить читательский дневник и разместить его в своем посте в Инстаграм с хэштегами «В Бресте читать» и отметить нас в этой публикации. Обязательно размещать именно пост, не историю, потому что истории пропадают, а по постам мы сможем отследить самого активного человека и самого активного участника. Тематика книжного челленджа будет меняться каждый месяц. Участники квеста, а значит настоящие книголюбы, смогут познакомиться с увлекательными произведениями, начиная от классической литературы и заканчивая графическими романами. Каждый сможет найти что-то новое и интересное для себя. И, как уверяют специалисты библиотеки, скучать точно не придется.